Всем привет! Сегодня очередная игра с открытым исходным кодом. И называется Simutrans. Короче, Simutrans — это свободный open source транспортный симулятор. Вот, короче, попробуем. Я сначала давайте выкачаю исходники, а потом будем собирать. Git clone. Давай, понеслась. Так, ну ценность этих игр не столько как бы там в графике, потому что графика не очень. Ну как не очень? Ну, для такого симулятора вполне себе нормально. Не, ну можно было бы, конечно, и получше. Короче, на мой взгляд, ценность здесь именно в экономической составляющей. Ну, в движках вот этих, которые просчитывают, считают саму экономику, как там, что там, где-то плюс, где-то минус, где доходы, где убыток и т.д. и т.п. То есть, на мой взгляд, самое ценное как раз вот это. Ну и непосредственно... О, быстро. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект написано на... Сейчас посмотрим. CC. Скорее всего, это C++. Скорее всего... А может и C. Только что тогда CC? Ну, вроде здесь... А, не, C++, вот, да, классы есть. Классы есть. Вот, короче, давайте попробуем соберем. Что у нас тут есть? Типа даже мультиплеер. Круто. А занимает она сколько? Давайте-ка я сделаю вот так вот. Page up. Перейдем в начало. И контроль пробел. И занимает она 43-42 мегабайта. Ну, 43. Так, что у нас тут? Как тут собирать это все добро? Так, для сборки, ну это должно быть точно у меня. libfreetime. О, SDL2 используется. Да, SDL везде, где используется. Неплохая библиотечка. Configure make. Окей, давайте. Ой-ой-ой. Scan. Так, configure. Чё? Тут нету? Так, не понял. Что у нас тут есть? У нас здесь есть... Ага, вот есть конфигур. Значит, autoconf. Запустим. Так, дальше. Дальше. Где тут? О, а теперь появился конфигура. Вот, теперь совсем другое дело. Конфигур. И что такое? Не, все нормально вроде. Тут просто warning какой-то, все вроде путем. Ну и давайте make G12. Вот так вот. И понеслась сборка. Так. Так, это у нас что-то develop. Давайте посмотрим на картиночки. Их тут нет. Я тут их не вижу. Ну, наверное, все. Я сейчас это соберу и попробую запустить. Вот, завершилась сборка. Вот так вот интересным таким образом. Ничего не написал, написал LD, Simutrans, Sims, Sim. И все. А где, собственно... Вот, а, вот он, Sim, да. Ну, я по LD увидел, вот LD... И получилось бинарник. Ладно, давайте запустим. Запущу. О, начинается. Чего-то там нету. SDL driver X11. Or cannot каких-то шрифтов. Да. Так, фонт. А я тут, кстати, и не вижу. Я тут и не вижу. Папочки фонт. Давайте посмотрим. Make. Так, нужно... Не, ну так он не только в билде, смотрите, оно говорит, тут есть папочка build default. А, туда надо, вот, не в тот бинарник надо запускать, а build default дальше, сима, тут нету сима. Зато здесь
И фонтов тут нет, я не вижу. Интересно. Ладно, сейчас я разберусь. Короче, говорят, надо еще запустить вот этот distribute sh. Давайте запустим. Distribute sh. Оно там что-то должно выкачать. Во. Да-да-да, походу что-то там выкачало. Вот, фонты повыкачало. Так, сейчас проверим. Проверим. Фонты. Куда оно их выкачало? Куда-то Simutrans. Да? Simutrans. Так вот же Simutrans. А, вот сюда выкачало. Ага. Getpack еще надо. Ну ладно, давайте Getpack. Какой пак? Да ну давайте первый поставим. Number. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И X. Так. Теперь опять попробуем запустить отсюда Sim. Нет. Значит, походу, надо скопировать этот Sim вот сюда. В Simutrans. Ну, давайте. Что нам? Вот это оно. Что-то здесь не так. Что-то оно куда-то не до конца, короче, то ли установило, то ли надо. Давайте еще раз. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вроде все поставил. Ну, все. Не, какая-то фигня. Короче, нужно было вот эти паки, короче, скачать. И как это делается? Оказывается, я запускаю скрипт. Я ввожу номер, но номер не отрываю. Ну, например, смотрите, 3. 3, вот так вот. А дальше я ввожу букву и install. Вот, и оно спрашивает, типа, 3 установить? Я говорю, да. Вот, и, соответственно, оно просто их не скачивало. А сейчас оно их куда-то скачивает. Вот, куда-то их скачивает. Куда-то. Короче, давайте я попробую опять запустить Sim. Чё надо? Надо еще какое-то? Блин, сейчас буду дальше разбираться. Короче, я повыкачивал все эти паки. Ну, все вот так вот и было. Вот так вот. Там, например, 11 и yes, он быстро выкачал 11. Вот, все, короче, 16. И после этого вот запустилось. Запустилось, но что-то как бы не очень. Ну, давайте я выберу какой-то пак HD. О, русский. О, новая игра. Как бы мне настройки увеличить? Вот. Ну как минимум игра запустилась. Где-то, по идее, карта, инструменты. Ну, вроде как бы и красивенько, но что-то здесь не то. Не, это ускорить время. Настроек я здесь не вижу. Ну, ладно, давайте попробуем новую игру. О, настройки. Так, графика. И чё, 25 кадров в секунду. А где разрешение? Я чё-то не вижу. Если честно, это, наверное, чуть-чуть не те настройки. Ё-моё. Ну, давай, ну-ка, блин, начать. Ого, что это такое? Нет, это так дело не пойдет, это точно, надо какие-то настройки. Так, настройки игры, о, вот графика, о, вот она, наверное. Где-то я вот не вижу. Тему игрового экрана.
Большой. Окей. Вообще, что-то здесь не ум. Не знаю, может быть, игра, конечно же, и хорошая, потому что по отзывам вроде бы норм. Ну, по рейтингам, точнее, не по отзывам. Но вот на весь экран-то я сделать не могу. Смотрите, тут даже люди какие-то ходят. Вон, люди ходят. Ладно, поставлю сейчас на паузу и попробую найти, как же, ну, сделать побольше экран. А если вот так вот? О! Окей. Ладно. Что нам дальше делать? Так, городская дорога, нет владельца. Максимальная скорость 40 км в час. Это по дороге. Скролл работает. Работает. Да, куда я навожу, туда и приближается. Так, это что? Это ничего. Это что? Нет владельца. Дерево, возраст 42 года и 10 месяцев. Походу, вот это вот, ну, паки, они как раз, ну, отвечают за вот эти вот красивости, что ли. Графика. Тему игрового экрана. Ну, я вроде выбрал. А, вот этого игрового экрана. Вот. А вот эту ерунду как менять, не знаю. Но я думаю, это не проблема. Короче, давайте я что-то построю. Так, где-то у меня был домик. Вот, какой-то домик. Чё, белозакапыватель? Какой белозакапыватель? А здесь вот так вот. 7 зданий. Не понял, ладно. Так, что это такое? Инструмент изменения. Дорога. Вот, можно попробовать построить железную дорогу. О! Во, смотрите-ка. Так, мышку я подвожу. Ну, как бы не двигается экранчик, поэтому надо стрелками. Особые постройки. Какая-то станция. Давайте поставим станцию, что ли. Нет, а это что? Ладно, не то. Так, водный транспорт. Что тут я еще не поставил? Основные пост. Ну, так, это опора, да? Линия электропередач. Вот. Короче, примерно понятно, но мне вот это что-то не особо понравилось. Давайте еще раз. Давайте пак другой. Это я выбирал пак HD. Давайте вот этот пак. О! Ё-моё, это совсем другое дело. Новая игра. Так, давайте на весь экран сделаю. Во, ребятки, это совсем другое дело. Совсем другое дело. Блин, конечно, с тем паком, ну, что-то не очень красивенько. Во, теперь все у нас красиво. Смотрите-ка. Что это такое? Муниципальная собственность. А, это монумент пилки. Во, совсем не то. Вот, правую кнопку зажал, двигаюсь. Есть дороги, есть леса. Все здесь есть. Пятидеревня какая-то, домик. Пятидеревня, размер 8 зданий. Хорошо. Можно посмотреть по... так, это магазин, нет владельца. Ага, это типа главное здание в этой пятидеревне. Вот, и когда я на этом главном здании кликаю, то я всю информацию могу посмотреть по почте. Вон сколько доставлено грузов. Ну, пока ничего не доставлено, то понятное дело. Вот. Ну, в принципе, вроде бы ничего игра. Я же говорю, самое ценное это здесь вот эти вот всякие эти движки. Так, смотрим, вон даже люди какие-то идут. Видите, он пошел. Круто. Вот это, я так понимаю. О, можно разворачивать, да, с разных сторон смотреть. И отобразить сетку. А, вот, есть сетка отображена. Короче,
Транспорт вон можно разный построить. Ну, так как это Симутранс, соответственно, нам надо всякие здания строить, которые будут что-то там грузы перевозить туда-сюда и на этом зарабатывать бабло. Вот. Ну, в принципе, все. То есть сборка происходит легко. Единственный вопрос, это, конечно, повыкачивать все эти паки. Но с этим проблем тоже нет. И вы увидели, как это все делать. В принципе, все. Поэтому качайте, играйте, пишите свои игры и все такое. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.